Когда я беру в руки камеру, это сплошное приключение. И начинается много всего интересного. Я замечаю эти моменты, начинаю снимать. И недавно я пересматривал фотографии с Miller Tonight. И пережил все это заново. Но самое большое впечатление мне произвело, что когда я приехала после солянки, мне сказали, что я была аппетита. Больше всего мне понравились, скажем так, танцевальный коллектив Fisher Spooner. Это действительно было интересно, странно и очень круто. Уходя, я поднял голову и увидел в небе, где-то на горизонте, на крышах установленные баннеры с мигающими огоньками, которые продолжали мне напоминать, где я был. Получилась, в принципе, тусовка очень хорошая, и было действительно весело. И на утро статус в Фейсбуке написал, что Миллер — это больше, чем пиво.